Добрый день, здравствуйте, дорогие коллеги, уважаемые родители. Рада возможности встретиться с вами. И сегодня мы с вами поговорим на такую тему, я бы сказала, лирическую тему размышления о том, какие образы, какие сценарии, модели жизненного пути закладывают те сказки или те истории, которые мы читаем детям, рассказываем детям, или которые они, в свою очередь, смотрят через с экрана, через кино, через фильмы, которые они получают вот через этот источник, уже теперь сценарий. Меня зовут Елена Соловьева, я возрастной психолог, закончила факультет психологии Московского государственного университета, и я научный руководитель образовательной программы «Радуга» для детских садов. И сегодня, так же, как и всегда, у нас будут в эфире разыграны приятные, симпатичные призы, сюрпризы для тех, кто первыми напишет в чате кодовое слово, которое я назову по ходу нашего с вами разговора. Итак, герои, на которые мы с вами сегодня посмотрим, это два таких архетипичных героя, представителя нашей отечественной традиционной культуры – и, ну, я не скажу, что западная, американская культура, которая в очень большой степени, конечно, сейчас проникает в наше информационное пространство, мы посмотрим на два персонажа – Супермен и Иван-Царевич. Оба эти персонажа мужские, оба эти персонажа наделены необычайными способностями, возможностями. И за жизнью и приключениями обоих интересно следить. Давайте мы сравним, какой идеал, эталон и какая картина мира вообще стоит вот за этими двумя очень разными историями. Мне хотелось бы на секунду сейчас вот вернуться к тому, с чего мы начали разговор, и обратить ваше внимание на то, что действительно, ну, мы много говорим о том, как важно читать детям книги, вообще много говорится про значение чтения как такового, книги, книжной культуры. Но дело в том, что ведь основная как бы функция литературы художественной – это именно быть поставщиком сценариев, идей формирования жизненного пути человека, причем не на узком отрезке, там, допустим, его детства, а именно художественная литература дает представление о большой временной перспективе в размерности всей жизни, то есть движение вот прямо от маленького возраста до зрелости, до таких зрелых совсем лет. И это очень интересный, важный момент, потому что действительно у ребенка на самом деле где-то в возрасте около 5 лет начинает активно формироваться то, что называется образ будущего. И образ «я» с одной стороны реальное, с другой стороны образ «я» потенциальное. То есть кем, каким я хочу быть, когда я вырасту, кем я хочу быть и как я представляю свою жизнь. И это очень важный момент, потому что решения, принятые нами в детстве, они обладают способностью дальше, как бы наш мозг, наше бессознательное, подсознательное, надсознательное, оно уже имеет это как программу, как определенное руководство к действию. И дальше эти сценарии, эти сюжеты, они начинают разворачиваться нами в нашей взрослой жизни, когда мы дорастаем до возраста, когда это возможно. И не всегда мы отдаем себе в этом отчет. Поэтому, например, вот в практике психологической работы, ну, я уж не буду говорить психотерапевтической, просто психологической работы, есть такое большое направление, оно связано именно с пониманием сценариев. И один из ключевых вопросов – а какую сказку, какая сказка вам нравилась в детстве? Сюжет какой сказки вы как бы примеривали на себя, каким героем вы себя представляли, и кем бы вот вам хотелось быть. Ну, например, известный европейский, конечно, сюжет сказки о Золушке. Это очень широко как бы растиражировано уже в
практики сценарной, написания сценариев голливудской уже, если как бы Золушка, да, это Шарль Перро, это давно, то в наше время этот сценарий активно, как бы он тиражируется, распространяется через голливудский кинематограф, очень часто используется, очень часто такая любимая история. Сюжет о Золушке – один из топовых сюжетов в технологиях продаж для блогеров, для людей, которые продают свои различные обучающие курсы, тоже все начинается с истории о Золушке. Как было все грустно, как человек сидел бог весть где, бог весть в чем, без денег, без особо там надежд, и вот начал как бы из этого выбираться, и вот и сейчас он успешный, замечательный. Правда, в истории про Золушку там присутствует, конечно, фея крестная, там много есть моментов, которые вот в этих современных форматах истории о Золушек, про Золушек, они отсутствуют. И в этом смысле получается Золушка да не та, немножко не тот сюжет. И про эти истории мы не можем сказать так, как говорит, например, «Старый король» в чудесном советском фильме, старом фильме про Золушку, еще черно-белом, да, когда он говорит, что обожаю эти замечательные душевные качества, честность, доброту, там, отзывчивость, я не помню дословно, да, и пусть всегда для них, никогда для них время не прекратится. Вот этой истории всей в современных историях про Золушку нет, потому что Золушка вполне такая self-made, и здесь ей ни крестная особо не нужна, ни какие-то душевные качества моральные, человеческие, они тоже особо не нужны. Нужна энергия и стремление, постановка цели, достижение цели, определенные технологии, которым, собственно, и собираются научить. То есть это другая совсем история. Получается, вроде бы Золушка да не та. И вот как раз вот этот вопрос о том, какие у Высоцкого была песня, вчера был день его рождения, у него была замечательная песня о книгах, про то, как влияют, собственно, книги на жизненное поведение человека в дальнейшем. Я, да, собственно, хотела обратить ваше внимание на то, что сейчас, а сейчас я имею в виду вторая половина 20-го и, конечно, наш с вами 21 век, характерен тем, что очень большое количество сюжетов дети получают уже не из книг, потому что в книгах мало появляется нового, а свежие сюжеты в основном мы получаем из кино. И вот эти сюжеты истории, они предлагаются нам именно сценаристами, которые пишут сценарии фильмов, сценарии кинематографические. Мне недавно подруга рассказывала историю, она устроилась на работать в новую компанию. Ее предшественница подала иск на эту компанию за то, что они как бы слишком интенсивно использовали ее труд, что привело к нервному срыву. За 3 года у нее задокументированный там объем писем, информации, которая поступала, и было ли возможно вообще такая модель поведения, такое поведение, если не посмотреть энное количество, опять же, ну, фильмов на эту тему? Наверное, нет. То есть человек эту идею не спродуцировал сам. Он ее взял и взял ее из кино, на самом деле. Там мы, ну, из новостной ленты. Итак, вернемся к нашим сегодняшним героям Супермен и Иван Царевич. Они оба такие совершенно замечательные, но при этом они принципиально отличаются друг от друга. И вопрос, в кого больше играют наши дети, в кого они хотят играть. И самый важный вопрос для нас с вами, кем мы хотим их видеть. Вот через, на самом деле, быстро, 10-20 лет, те, кто сейчас дошкольники, станут новой, свежей, молодой силой, которая будет определять жизнь нашего общества, какие качества мы хотим в них сформировать, среди кого нам хочется оказаться через 20 лет. Это зависит сейчас от нас. Мы их формируем, мы обращаемся к тем или иным, мы подчеркиваем, мы поощряем
те или иные качества этих маленьких людей. Итак, Супермен. Супермен – это человек, который изначально наделен какими-то сверхспособностями, сверхвозможностями. У него есть какая-то суперсила, она присуща ему самому. А если мы возьмем нашего Ивана-Царевича, а чаще всего до того, как он оказывается царевичем, он у нас просто Иван-дурак. Ну, так себе, конечно, наименование. Но, тем не менее, вот такое парадоксальное. Иван-дурак. А Иван-дурак изначально никакими сверхспособностями не обладает. Ему самому от природы не присуща ни какая-то сила, ни какой-то фантастический ум. Ему, у него нет этих сверхспособностей как личного своего персонального достояния. У Супермена она есть. Тем не менее, дальше по ходу истории и Супермен, и Иван пользуются различными всякими магиями и силами и возможностями. Как у них это, откуда же это берется у Ивана? А у Ивана это берется за счет того, как он ведет себя в окружающем мире. Все его сверхвозможности появляются за счет взаимодействия с окружающим миром. Понимаете, это совсем другая модель. И это взаимодействие практически во всех сказках, оно основано на сострадании и милосердии. Он получает, Иван получает чудесных волшебных помощников. И он их получает потому, что он, вот отправляясь там выполнить какое-то абсолютно невыполнимое задание, он кого-то пожалел, кого-то спас, кому-то помог. И вот эти существа очень разные по неожиданные зачастую. Это может быть и змея, и рыба-кит, и пчелка, и муравей, и какая-то... В общем, это совершенно разные персонажи могут быть, но они все дальше оказываются имеющими чудесные какие-то свойства, и эти свойства, они поступают в распоряжение Ивана. Причем он это делает, его милосердие, его сострадание, оно совершенно без всякой задней мысли, он это делает абсолютно бескорыстно. Еще одно важное отличие как бы с самого начала вот Супермена и Ивана, героя. Супермен, в принципе, ищет приключения, подвиги, он как-то, ну, такой целеустремленный человек. Иван отличается фантастическим по сегодняшним меркам, просто нереальным каким-то отсутствием мотивации достижения. Очень часто мы его застаем лежащим на печи. А вот представители восточной, ну, как бы, культуры сказали бы, что вообще человек уже поймал дзен. Потому что он лежит на печи, ему хорошо, ему совершенно ничего не нужно. Он ни к чему не стремится. Ему не нужны ни богатства, ни власть, ни почет. И, собственно, даже жениться он особо не хочет, если честно. У него все хорошо. Вот уже в моменте абсолютно такой экзистенциальный, удивительный персонаж, у которого в жизни все хорошо, так как есть. И мотивация достижения у него отсутствует напрочь. А вот был какой-то период, 90-е годы, когда, ну, особенно ярко развивалась вся эта история с мотивациями достижения, когда вообще эти сказки перестали детям читать, перестали, ну, потому что взрослые, они не могли смириться с этим персонажем. Что за дурь такая, дичь такая? Да, вообще там сами везите меня сами, на печи поеду тоже куда-то. Так не бывает, это как бы не по законам нашего мира. Но на самом деле сказка отличается, тем более народная сказка отличается тем, что в ней не бывает такого, чтобы было не по законам мира. Это невозможно, она не, будет не жизнеспособна. Просто в нашей сказке отражаются законы, немножко более объемные законы окружающего нас мира, не спроецированные на плоскость сиюминутного успеха, сиюминутного удовольствия, сиюминутного благополучия, а именно вот в объемном пространстве ощущение взаимоотношений, серьезности и важности,
взаимоотношения человека со всем окружающим его миром, с миром животных, миром растений. Ну, кстати, растения кому-то помогают, там яблонька, да, известная. Предметы помогают, печка там может разговаривать с Аленушкой. То есть весь мир, который, в принципе, окружает человека, это мир, который, он не безразличен. Он вступает во взаимодействие. И от того, какими именно душевными качествами человек обладает, он это взаимодействие строит с окружением. И когда его взаимодействие, его как бы обращение к миру, оно бескорыстное и доброе, он получает в ответ сверхвозможности, которые не присущи ему изначально. Значит, очень важное отличие. Супермен Иван – это отсутствие мотивации достижения, отсутствие вот этих вот всех каких-то двигателей, которые характерны для современного человека, как очень такие яркие. Но при этом встает вопрос, насколько эти двигатели сами по себе, насколько они адекватны, насколько они гармоничны, во что они превращают жизнь человека, который все время стремится, как бы двигается по целям и все время стремится ко все новым и новым достижениям. На самом деле в психологии мы знаем, что это порождает очень большое количество разных сложных моментов, когда нужно уметь уравновесить вот это стремление к достижениям и движение по целям, нужно уметь уравновесить совершенно другими вещами. В этом мы сейчас вдаваться сегодня не будем, мы просто продолжим рассматривать эти два сценария. Итак, вот Иван, он его отличает бескорыстие и добросердечие. В принципе, отсутствие мотивации достижений. Он получает чудесных помощников по ходу своей деятельности. И, как правило, вообще стартовая точка начала его деятельности как таковой – это какое-то задание, распоряжение, которое ему дает очень часто там отец, ну, или царь его посылает, но, то есть он делает это из послушания, не из своей мотивации, а из послушания, ну, вот ему велено, ему дали задание, он начинает пытаться его выполнять. Причем нет момента, тоже здесь удивительно, что у него также нет момента сомнения в своих возможностях, способностях, получится, не получится, нет особо никакой рефлексии. Сказали делать, он начинает делать. Дальше, что называется, как пойдет. Вот делает, ну, как бы идет в эту историю и смотрит как, за тем, как уже дальше она разворачивается. Опять-таки, Супермен совершает свои подвиги, его достижения связаны с той силой, которая есть у него самого, и побудительные вот эти как бы мотивы, они тоже находятся в нем самом. Ну и очень интересный момент. Я, в принципе, вижу наш чат, но по ходу разговора не успею вам ответить, скорее всего, поэтому пишите все ваши соображения, пишите ваши комментарии. Я обязательно читаю чат после эфира и на все содержательные комментарии обязательно отвечаю. А кодовое слово у нас сегодня с вами – герой. Итак, наши герои проходят различные испытания с честью, выходят из них победителями. И дальше смотрите, какой финал этих историй. По ходу истории про героя всегда, конечно, конечно, всегда появляется прекрасная девушка. Всегда. И у Супермена она появляется. И у Ивана тоже появляется чудесная царевна или просто девушка такая исключительная. А вот эти девушки, спутники, спутницы героев, они тоже разные. Потому что ну, у Супермена это обычно какая-то обычная девушка, ну, такая вполне тоже дееспособная, ну, в общем, а у Ивана, как правило, появляется какая-то тоже совершенно волшебная, волшебный персонаж, у которого тоже есть свои собственные в большом количестве сверхспособности, сверхвозможности. И в этом смысле, если говорить про, ну, вот, какую-то такую
феминистическую историю, то в наших сказках девушки, они очень такие тоже дееспособные, жизнеспособные. У них тоже есть много всяких волшебных качеств и свойств. И она тоже может быть ему помощницей в чем-то. Она тоже может его поддерживать. И в завершении истории, когда все подвиги совершены, все благополучный хэппи-энд, дальше здесь совершенно разные финалы. Потому что супергерой, мы видим в кадре такой грустный прощальный взгляд, и, в общем, он отправляется навстречу новым приключениям и подвигам. И там, значит, утирает слезу где-то или там грустит его девушка. И в следующей истории, в следующей серии, скорее всего, она будет другая. А у Ивана в наших сказках, все наши сказки отечественные, вот заканчиваются хэппи-энд. А в нашей традиционной отечественной культуре это свадьба. Все наши сказки заканчиваются свадьбой. И стали они жить-поживать и добра наживать. То есть вот наше понимание счастливого конца – это именно свадьба. Причем в некотором смысле, вот с точки зрения современного человека, это тоже удивительно, потому что Иван вообще не собирался жениться. То есть он не искал себе жену, подругу, невесту. У него не было такого. Он ее получает примерно так же, как и свои сверхвозможности, способности. Он получает ее за то, опять-таки, как он относится к миру, как он ведет себя в этом мире, за его какую-то вот систему мировоззрения, миропонимания. То есть в подарок. Он ее не ищет по сайтам знакомств, он ее не, ну, как бы, да, это не вот у него есть цель, и он ее достигает. Это подарок судьбы. Причем, опять же, подарок судьбы, мы с вами говорили про бескорыстность. А в сказке «Золотое кольцо» есть такой удивительный, конечно, совершенно фантастический момент, когда герой отправляется работать на год, он работает в найме, и ему, так как он у нас дурак, ему работодатель в конце говорит через год: ну смотри, Иван, могу тебе дать мешок с золотом, а могу дать мешок с песком. Ты какой выбираешь? Иван ему отвечает: конечно, я беру мешок с чистым речным песочком. Взваливает его себе на плечи и, значит, отправляется в дорогу. И именно этот мешок с чистым речным песочком позволяет ему потом засыпать огонь, в котором змея, которая и так далее. То есть вот эта фундаментальная нестяжательность, которая присуща этому персонажу, для нас, вот современных людей, в сегодняшнем моменте живущих, она просто какая-то ошеломительная. Мы просто открываем рот: нет, ну так невозможно. Что это такое? Это нечестная сделка, как это так? Тем не менее, наши сказки, они вот настолько, я бы сказала, вот с размахом, фантастически, совершенно свободные от идей, вот этих вот приобретения того, что является каким-то таким прям главной морковкой сегодняшнего дня для нас, взрослых людей, главными морковками. Деньги, власть, статус. Да? Наши сказки, они прямо ровно наоборот, вот прям совсем наоборот, прям на 180 градусов наоборот. И вот это обретение пары, заканчивается сказка загадочными словами: стали они жить-поживать, добра наживать. Спрашивается, про какое добро идет речь?
И понятно, что это нематериальное добро, потому что Ивану оно изначально было неинтересно, и оно по-прежнему неинтересно. Его спутница, но она вообще рукавом махнула, из правого рукава озера, из левого рукава лебедь поплыли. То есть для нее или там мост хрустальный за ночь построить, не вопрос. Поэтому ей тоже материальное добро наживать совершенно ни к чему. Вот какое добро они будут наживать? И почему эти два совершенно, вот с точки зрения психолога, абсолютно самодостаточные, зрелые, автономные личности, которыми являются и Иван, и его спутница, почему это добро они могут наживать только вместе? Почему все-таки счастливый финал – это именно свадьба? Почему важно, чтобы они дальше вот путешествовали не каждый сам по себе, они каждый сам по себе вообще отлично в жизни управляются. И в принципе ни тот, ни другой мы их не застаем там в депрессии и страдающими от одиночества. Им хорошо живется. Тем не менее, автор сказки счастливым финалом видит именно свадьбу. И соединение двух очень равномощных людей. Вот я бы сказала, действительно, как, скажем, правая и левая рука, вот этот принцип парности, когда у нас правая и левая рука, они, ну, если отличаются по силе, ловкости, то не очень сильно, но они вместе образуют новую функциональную пару. Вот это идея нашей сказки, что именно пара образует какое-то новое совершенно функционально целое, новый функциональный организм, в котором члены этой пары, люди, которые ее образовали, обретают новые возможности для наживания какого-то важного для человека существенного добра. Мне думается, что вот на фоне прям, ну, такой яркой истории про индивидуализм, индивидуализацию, которая характерна для культуры начала 21 века, которая, в принципе, и через популярную психологию, она очень, ну, есть этот такой тренд, да, на то, что естественно, нужно там быть самому, самодостаточным, это все безусловно так. Но есть и следующий, вот этот загадочный момент, и в этом смысле наша сказка. Вот Супермен, он, история про Супермена не оставляет вопросов, там все понятно. Есть могучий персонаж, у него есть свои цели, он их достигает, он победил, пошел дальше к следующим приключениям, все ясно. Наша сказка оставляет очень много вопросов. Почему именно так? В ней очень много парадоксов. И она оставляет нас с вами задуматься о том, почему автор народной сказки так уверен. Потому что для того, чтобы добра наживать, жить-поживать, добра наживать, нужна пара. Вы знаете, в народе я во время командировок сталкивалась не раз с интересным таким моментом, вот в народе, где-то в провинции, да, когда, ну, за что-то тебя хотят поблагодарить, то молодой девушке говорят: ой, спасибо тебе, дай Бог жениха хорошего. А женщине более взрослой говорят: ой, спасибо тебе, живи парой до конца. То есть вот эта идея того, что смысл парности, совместности, ну, причем понятно, что это пара, как бы она такая устойчивая, что это очень важно для жизни человека. Вот наши сказки, они задают нам этот вопрос. Все-таки почему это так? Люди же до нас, как говорил замечательный российский философ Мирав Константинович Мамардашвили, жили же люди и до нас, и были не без истины. Огромное спасибо, что пришли сегодня поговорить на эту тему. Мы ее не закрываем. Мы вернемся к теме различных сценариев на разных материалах.
И буду ждать снова встречи с вами здесь, в Родительском университете. Огромное спасибо группе компаний «Просвещение Союз» за организацию нашей с вами работы. Всего самого доброго, до свидания, берегите себя.